Мы приехали к магазину, который называется Жан Кутю. Или многие еще говорят Жан Куту, почему-то я не очень воспринимаю это название. А значит, магазин это у нас получается, который связан с фармой. В каком плане это имеется в виду? Значит, здесь как таковых понятия аптека нету. И кто, допустим, слушает меня, ребята из Израиля, спешу сказать, что здесь нету при поликлиниках, нету такого понятия при поликлинике, как аптека поликлиники, да, то есть у нас там, допустим, есть, я не знаю, Меухедет, Клалит, там Макаби, и при вот этих вот поликлиниках есть аптеки. Значит, здесь нету такого понятия, здесь есть общая такая аптека, которая она как суперфарм, как такой большой фарм-магазин, в котором продается все, значит, от косметики, вот так выглядит вот это вот Жан Кутю. Значит, можно приобрести в этом Жан Кутю абсолютно все. То есть имеется в виду и шампуни, и косметику, и таблетки, естественно. Особенно я тут хочу сказать, что касается таблеток, это то, что, допустим, если вам врач выписал таблетки, то вы приходите вот в Жан Кутю, там есть отдел именно там, где продают таблетки вот фармацевты, да, даете свой рецепт, неважно, с какой больницы вам это дали и какой врач, и вам выдают таблеточки. И также есть услуга, вы можете заказать эти таблетки по телефону, переслав свой рецепт от врача им по факсу, или если у вас уже открытая, там есть у них папка, вы заказываете по телефону лекарства и, так сказать, приходите в удобное для вас время забрать эти лекарства. А еще что интересного есть, то в этом магазине Жан Кутю, тут почти по всему, я думаю, Монреалю и Квебеку, также есть отделения почтовые. Вот даже можно увидеть, я вам приближу, Canada Post. Значит, Post Office. Как таковой почты, вот здесь есть, конечно, отделение почты, но они как основные такие главные филиалы, которые в городе. Туда люди не ходят обычно, как мы вот ходим на почту, чтобы отправить письма, посылки или что-то получить, или купить там какие-то, допустим, я не знаю, конверты. Здесь все почтовые отделения находятся при магазине Жан Кутю, или есть еще в некоторых фарма-магазинах, здесь еще есть фармаси называется, ну, такие две самые большие, это Жан Кутю и фармаси, две большие сети, и в общем-то в них и находятся почтовые отделения, в которые вы можете прийти и точно так же на почте сделать все процедуры. Ну вот сейчас постараюсь что-то снять немножечко в самом магазине, если не сделают замечания. Какую мы тебе будем брать щеточку? Нам нужна щеточка. Давай посмотрим, сколько у нас Colgate щеточки детские стоят. Вот. Убери голову, Идоша. Есть по $9. Ты как раз выбрал ту, которая по 9. Хотя рядом у тебя, видишь, есть и по 4, там, да, по 3,19 и по 3,79. Ну, будем выбирать. Видишь, мы выбрал Star Wars щеточка. Окей. Пойдем искать дальше. Что у нас еще здесь нам нужно? На самом деле нам нужно детское питание. Не питание, а детская кашка. Хочу попробовать первую купить. Пойдем искать. Кто пришел купить шампунь, может купить себе еще и открытки. Вот их большое множество. Какие разные, красивые. Вот всякие смазки десятин для попки малыша. Вот почтовое отделение.